А теперь к другим темам. Трагедия случилась в субботний полдень в садоводстве «Этилен». В дежурную часть поступило сообщение от очевидцев, что на одном из дачных участков на 54-летнюю женщину напала собака. Как выяснилось, пенсионерка зашла за ограждение дачи по соседству. Среднеазиатская овчарка была не на привязи и бросилась на пожилую женщину. К моменту приезда медиков и полицейских пострадавшая уже не подавала признаков жизни. В доме в СНТ обнаружили собаку, которая набросилась на сотрудника полиции. Сотрудник полиции применил оружие, собака была застрелена. Также на месте происшествия обнаружили следы волочения, то есть собака загрызла женщину и волокла еще около 30 метров. Сейчас на данный момент установлен владелец собаки. В настоящий момент по данному факту возбуждено уголовное дело, ведутся следственные мероприятия.